Приветствую на канале по заработку в интернете. И в этом видео, ребят, я хотел бы вам показать, как можно быстро заработать на криптовалюте. Если тебе интересен такой вид заработка, смотри это видео до конца. Поехали! И прежде чем приступим к самим действиям, я вкратце хотел бы рассказать, что это за проект и как здесь можно заработать без вложения. Это проект PayRua. Это, иными словами, мобильный криптовалютный кошелек, который сейчас на данный момент доступен как в Apple Store и Google Play. Вы можете его скачать к себе на телефон и, соответственно, им пользоваться. Также вы можете посмотреть официальную видеопрезентацию, что это такое и как он работает. Ну, в принципе, мы видим, да, выглядит он очень удобно, красиво, без каких-либо лишних кнопок. Это очень хорошо. Здесь мы видим, какие валюты сейчас на данный момент он поддерживает. Это стейблкоины, такие как биткоин, эфириум, стеллар и USDC. В принципе, почитав все функции, которые он здесь предлагает, ну, в принципе, это стандартный набор, только что он в мобильной версии. И, соответственно, как утверждают сами разработчики, очень безопасен и создан на самом сети Stellar. То есть это очень интересная задумка. Вот, так что, в принципе, я думаю, сам проект будет в дальнейшем активно развиваться и, соответственно, можно будет далее зарабатывать на криптовалюте, которую они предлагают. То есть криптовалюту, которую можно здесь заработать, это криптовалюта IXT. Так, ну а теперь давайте перейдем к самому, к самим действиям, что нужно сделать для того, чтобы заработать. Смотрите, ребят, вам нужно нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Здесь указать свою электронную почту, пароль, реферальное ID. То есть, если вы перейдете по моей реферальной ссылочке, здесь будет мой ID. В принципе, я так даже особо не вникал, что это дает. Но если не хотите, в принципе, можете не указывать. Но, в принципе, это ваше дело. Вот, и давайте перейдем уже в сам кабинет. Я покажу, как там все устроено и покажу, что нужно сделать. Смотрите, после того, когда вы зарегистрируетесь, вам нужно пройти верификацию своей электронной почты. На почту вам придет вот такое вот письмо. Вы нажимаете кнопочку здесь «Verificate» вашу электронную почту. И после этого вы переходите уже непосредственно к себе вот такой вот электронный вебовский интерфейс этого кошелька, как я понял, да. И что же мы здесь видим? Здесь мы сразу видим ту криптовалюту, которую можно на данный момент здесь держать у себя на кошельке. Это криптовалюта BizToken, AXT, о которой я говорил, Ethereum, Bitcoin, вот, и Propel и Stellar. После того, когда вы зарегистрируетесь, пройдете верификацию электронной почты, вы получите себе на баланс 100 монеток Propel. Это монетка, это токен Stellar, это токен Stellar сети, да, то есть именно Stellar блокчейна. Соответственно, его вы можете вывести на Stellar кошелек, который также вы, в принципе, можете зарегистрировать. И, соответственно, после того, когда вы его активируете, можете сюда выводить монетки. Не забывайте добавить эту монетку через Trust Line. Но об этом я вам покажу уже чуточку позже. Так, давайте, прежде чем мы перейдем к тому пункту, я вам покажу, как можно заработать монетку IXT. Смотрите, монетка IXT, что это такое? Она, в принципе, сейчас стоит, ну, соответственно, копейки, да, 1 цент. Но, ребят, посмотрите, сколько она стоила буквально вот в 2018 году, в январе 16 числа. То есть она стоила 3 доллара 61 цент. Соответственно, смотрите, при регистрации в этом проекте вы можете заработать 300 монеток. И представьте, если эта монетка стрельнет в дальнейшем, да, то представьте, 300 умножаем на 3,6, мы получаем
1000 долларов. Так что, ребят, я рекомендую вам не пропускать этот airdrop, который сейчас проходит, и получить эти монетки сразу же. Как получить эти монетки? Монетки получить очень просто. Для того, чтобы их вывести после регистрации, вообще вот когда вы проверифицировали свой аккаунт, вам нужно пройти подтверждение личности. Подтверждение личности вам нужно будет пройти. Я вам сейчас покажу вот такое вот письмо, заполнить все нужные данные, и после этого вам нужно будет подтвердить свою личность, что вы являетесь реальным человеком, а не каким-либо ботом. Вот, то есть вы заполняете все данные, указываете фотографию своего, ну, своего ID или паспорта, соответственно, в дальнейшем там делаете селфи, и после этого вы все это дело прикрепляете в своих контактах. После того, когда вы все это дело подтвердили, у вас получается, после того, как вы подтвердили, проходит буквально, я не знаю, там в моем случае это было 5 или 6 часов, вы получаете на почту подтверждающее письмо, что вы прошли всю верификацию, именно подтверждение личности, и после этого вы получаете на счет 300 монеток. Вот смотрите, вот я получил 300 монеток, вот эти вот EIXT. Вот, раз, два и три. Стоимость, конечно, этих монеток, как мы видим, вот по доллару и 46 евро за каждые 100 монет. Вот, и для того, чтобы их вывести с этого кошелька к себе на эфириум, вам нужно сделать небольшой депозит вот в этот кошелек. Ну, я, по крайней мере, сюда закинул вот там 70 центов в эфире. Почему нужно именно в эфир? Потому что при переводе токенов на свой MetaMask, который вот у меня он тут есть, да, я вот вам сейчас, кстати, покажу, вот я получил у себя их на кошелечке. Давайте перейдем в мой кошелек и посмотрим, вот я их получил. Так, я вам хочу показать, минуточку, где они? Вот, я переводил эти монетки, и вот они сразу у меня на балансе. То есть не нужно ждать окончания какого-то либо аирдропа, то есть после регистрации проходите верификацию в этом меню, подтверждаете свою личность и уже можете выводить. Прежде чем выводить, как я сказал, нужно перевести чуточку эфира. Эфира можете перевести на хотя бы там на 50 центов, я не знаю, сюда закинуть, и после этого выводить эти монетки. Хочу сразу сказать, выводить вам нужно не сразу, не все 300 монеток, а я выводил, пробовал двумя этапами. Я вначале вывел 297 и потом 2 монетки, запятая 99. Соответственно, в принципе, сразу можно будет выводить, ребят, 299 монет. После этого вы, как они вообще выплачиваются, заходите сюда, Pay. Здесь вы указываете монетку, вот эту AXT. Здесь вы указываете свой MetaMask кошелек. MetaMask кошелек, инсталируете приложение к себе в Chrome. Далее этот адрес вы берете со своего кошелечка, вот этого, да, копируете, заходите сюда, вставляете, пишите здесь 299, и после этого нажимаете send. Ну, так как у меня сейчас монеток нету, вот, у меня пишет, что нехватка баланса. После этого, когда вы вводите, у вас считывается как в эфире, так и в этой монетке AXT. После этого вся операция проходит очень быстро, и вы сразу монетки получаете себе на баланс, как я вам и показывал. Вот эти монетки, которые у меня сразу на балансе. Как только проходите верификацию, вы их сразу получаете. Далее, теперь по поводу монетки Propel я хотел бы показать. Монетка Propel вы получаете 100 монеток. Она, это токен Stellar. Для того, чтобы ее вывести, вам нужно будет зарегистрироваться на Stellarport. Это официальный кошелек Stellar. Здесь вы регистрируетесь. После того, как вы зарегистрировались, вам нужно будет проверифицировать сам аккаунт, перевести. Ну, я, к примеру, привел здесь 5 Stellar монеток XLM для того, чтобы верифицировать. Далее, чтобы найти эту монетку Propel, я нажал здесь. Далее я здесь ее нашел по поиску. Да.
Мы ищем ее по поиску. Далее я ее здесь выбрал, нажал Next и подтвердил. То есть добавил ее в Trust Line. В Trust Line это, иными словами, что она у меня уже отображается как доверительная монета, которую я могу использовать. И я сюда по этому адресу, который вот он у меня здесь есть, я вот этот адрес скопировал и, соответственно, получил эти монетки. Вот, то есть, в принципе, если, ребят, давайте минуточку, я вам покажу, так, вот, если, например, можете их в дальнейшем выводить, если вам хотите продавать их где-то, ну, я, в принципе, пока их просто держу у себя на балансе, а там уже, соответственно, посмотрю. Вот, так что, в принципе, монетки переходят вот сюда, и уже вы можете здесь их держать, а потом в дальнейшем, конечно, продать, или, я не знаю, там, что вы хотите, то и сделайте. Вот, так что, ребят, вот такой вот airdrop, который сразу можно получить монетки. Всем рекомендую в этом проекте участвовать, потому что, посмотрите, вот эту вот ситуацию может быть эта монетка повторить. И представьте, вы можете заработать около 1000 долларов без какого-либо вложения. Вот, так что всем желаю большого профита, удачи и пока-пока.